Маленькой, но знаковой победой считает архитектор Александр Деринг тот факт, что в доме номер 69 по проспекту Ленина, в здании музыкальной школы номер 2, на прежнее место вернули дверь, замурованную около 2 месяца назад. Первым тревогу забил он сам, отмечая, что перемены, которые произошли вместо двери, здесь оставляли небольшое окошко, сильно нарушали целостность фасада. Ситуация получила живой отклик в прессе, подключилось краевое управление по культуре, а сам Деринг представил проект восстановления двери. И вот свершилось, архитектурная справедливость восстановлена. Деринг по-прежнему предлагает закрепить за Ленинским проспектом статус достопримечательного места. Это даст возможность жестко контролировать облик проспекта и не допустить подобного самовольства впредь. И к тому же в рамках этого нужно сделать паспорта, эталонные паспорта на все фасады вот эти. Я бы сказал, это не так уж много, это не весь же Ленинский проспект, это только вот от Октябрьской. Но если даже это мы будем сделаем, то есть у нас будет паспорт на каждый дом, там эталонные колера, цвета, шаблоны деталей, которые, если утрачены, то их восстановить. То есть даже вплоть до того, что состав рекомендуемый технологический, какая штукатурка должна быть, пожалуйста. То есть меняются компании, там, ходят люди какие-то, что-то еще меняется. Но есть всегда паспорт, по которому всегда можно... Что-то отвалилось, восстановили. По словам Александра, он планирует сам в качестве примера разработать паспорт для одного из зданий на Ленинском и в скором времени представить его на суд барнаульцев.